лампадки можно сувать, и они аромат индийские свечи. Так, что еще у нас тут есть? Индийские палочки. Мы когда-нибудь будем им тоже пользоваться. Ну, это обычные свечи. Так что сейчас у нас полно ароматизированные свечи. Сейчас вам покажу. Вот как я говорил, тут ароматизированные свечи. В этом мешочке, вы помните, у меня, в принципе, сейчас покажу, что у меня тут есть. Кольцо. Что еще? Звезда Мерхабы. Зеркало. Камни. Вот на камни мне подарили. Я их зарядил, в принципе. Все нам пока не нужно, хотя вот зеркало нам понадобится, очищать мы должны, чтобы весь негатив ушел. Вот и зеркало. К сожалению, фотоаппарат у меня села батарея, я забыл зарядить, но как раз испробуем мой новый телефон Honor S20. Памяти тут достаточно, камера 48 мегапикселей, и съемка видео получше будет, чем на фотоаппарате. Ну, конечно, да, хотел под... на обзорах, конечно, не знаю, буду делать телефон, нет, но может быть и сделаю. Так, ну тут ароматизированные свечи. В принципе, тут заклеено, не буду раскрывать. Да. Тут тоже самое. Но покажу, которого я уже раскрывал. Здесь, в принципе, я не помню, показывал вам в каком-то ролике или нет. Вот такие, в принципе, свечи. Но они бывают и российского производства. Так что поехайте, можете приобрести. И для ваших молитв просто, если вы даже не будете ничего делать. Но я, конечно, не советую делать вещи. Так смотреть мои ритуалы, можете, обряды. Все. В принципе, вот такая... что я хотел сегодня показать. Будет приобретаться новое оборудование. Это, конечно, со временем все приобретется. Ну, в принципе, что могу сказать. Надо начинать сам ритуал очищения. Настроим свой телефон. Так, это надо. Вот так. С фотоаппаратом я тут привык уже. Зажигаем свечу.
Да, сложность в том, что сейчас мне придется держать телефон, держать свечу. Плюс надо кое-что говорить молитвами. Как мы делаем? Мы ходим, допустим, для очищения этой комнаты, нам приходится ходить вокруг комнаты и говорить свою молитву. Сначала просто походите и в уме мысленно думайте, говорите, проговаривайте. Можете не говорить вслух ничего, но я буду говорить. Да уходите, негативные, да уйдите отсюда без дни схождения с того. Да пусть все плохое сойдет с этого места. Да пусть все негативно уйдет к себе. Да все, что не нужно здесь, уходит. Все зло уходило. Да все плохое уходи. Да все. Мы должны проходить каждый угол, чтобы осветить эту комнату. А если у вас еще есть лампада специальная, но я думаю, вы не будете приобретать ее, потому что она дорогая. Поэтому вам достаточно того, чтобы походить со свечей и говорить молитвами. Если вы знаете определенные молитвы начитанные, то даже может вам больше помочь. Но и не начитанная молитва, как говорится, искренняя, если вы молитесь, всегда будет помогать. Свеча оставляем горящим. Можно взять икону. Я в данный момент возьму, в принципе, икону, какую, так как очищение. Я возьму молитву Пантелеймона. Нет. Очищение лучше взять Спасителя. Также проходите и говорите. Обычно я говорю слова: да спасибо тебе, Господь, за все, что ты делаешь нам. Да спасибо тебе за все, что ты нам даешь. Все, что я получаю, спасибо тебе. А дальше говорите то, что вы хотите. О Боже, да очисти эту комнату от зла, очисти от бесов, от нечисти, от зла, от негативной энергии, которая здесь присутствует. Да пусть очистится эта комната. Пусть зло уйдет отсюда, пусть негатив уйдет, пусть все, что здесь происходило, не будет никогда. И злые умысел никогда не будет присутствовать здесь.
дальше мы должны побрызгать святой водой. Что дальше? Весь негатив должен перелиться в зеркало. Вы можете даже святую воду туда побрызгать. Это все. Над вещами я потом покажу, как делать над вещами, но можно не ходить с вещами, можно стоять. Дальше вы берете святую воду, перекрещивайтесь 3 раза и выпиваете. Сначала проговаривайте молитву, да пусть очистится эта комната от зла, от негатива, от всего то, что здесь присутствует злого. Пусть здесь будет радость, счастье и благополучие. Аминь. В принципе, ритуал весь готовый. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, а я дальше вас буду удивлять новыми своими видео. С вами был Крутов Сергей, как всегда.